Хей, йога и сумишмики, мы продолжаем проходить игру под названием Ори. Скорее, это всего предпоследняя у нас серия. Так, давайте быстренько спускаемся вниз, идем там, где у нас вот эта херовинка есть. Тихо, я чуть не просрал проход. Бам, 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 бам. Пьем, пьем. Пьем, пьем. Бьем. Так, сейчас сферу заберем. Так, 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 так. Так, так. Ауч. Ау. Чем это пахнет? Это что, приятный суп из болотных моллюсков? Огромное спасибо, я спасен. Мой любимый суп. Удобная шляпа. Вы нашли новый предмет для задания. Ну, с шляпой я знаю, кому дать. Со шляпкой, думаю, проблем у меня не будет. Так. Нанося удар импульса по зараженным световым всплескам, можно забраться еще выше. Не понял. Ау. Подожди. А как я залечу туда, алло? Алло, а где враг? Где враг? Ладно. Спасибо вам за то, что я нихера не понимаю, что мне делать. Начало серии, как говорится. Так, если здесь сохранилось, значит там враг появился. Нанося удары импульсом. По зараженным световым всплескам. Можно забраться еще выше. Чего? Так он не находит, алло. Я вас понял, короче говоря. Что мне делать? Ай, бля. Дело в том, что я не могу туда пройти, потому что там этого нету. Thank you.
нормально. Закрой ты нахуй дверь. Короче, ни хера не знаю, отправляемся в город, отдаем тому черепу шляпу. То, что я манал это все. Типа как мне. Может, нужен враг, серьезно, что там, чтобы там находился. То, что так, я не могу сделать импульс. Мне не получается. Сраные горы. Сраная локация. А, здравствуй. Славная у тебя шляпа. Можно я ее заберу? Здесь, в родниковых полях, солнце слишком яркое. А я тебе взамен отдам свой светильник. Только в нем пусто. Больше мне не придется сидеть в темноте. Буду сидеть в тени. Светлячок, вы нашли новый предмет для задания. Он светит внутри светильника, если ничего не осталось. Пустой светильник. У нас были моки в пещерах. Тут только паучки были. Точно. Ладно, давайте я помогу лучше моки, а потом продолжим. Посмотрим. Типа аниме, что я сделаю? Так я хотя бы мой помогаю. Здравствуй, дух. Что это у тебя? Светильник без ничего? Я же не могу посадить светлячка и осветить себе путь домой. А это тебе. Еле достало. Липнет жуть. Шелк из зарошевого недр. Вы нашли новый предмет. А, еще нужно будет отправиться семечко дать. Так, моки водолаз, это вот этот. Понимаете, дело в том, что я не знаю, какая будет награда. То есть мы с вами выполняем, типа, последовательность. Это раз, два. То есть, на самом деле, тут не каждый может догадаться, что делать. Здравствуй. Это что, нить? Ну откуда она у тебя? Из нее можно смастерить сеть достойную лучшего моки рыбака. За нее я дам тебе вот что. Это подзорная труба моего отца. Не переживай, ему она уже ни к чему. Он больше не ходит к морю, а только ест и спит. Все время, потому что мне не нужно рыбалсеть. Так, вы нашли новый предмет для задания. Это подзорная труба, сделанная из резного дерева и тщательно отшлифованная кристаллом. А я, кажется, догадываюсь, это моки, который надзиратель. Ну, аниме мы даже сегодня, если что, ребят, победим, кто там будет, если кто-то будет. Пока что я отправляюсь. Посадим деревко. Деревце. Деревко. Деревянку. Дупленок. Сначала посадим. Надеюсь, тебе понравилась моя избушка. Ты только представь, как здесь было хорошо до метели. Постой, это что, семя? Семя цветка пружинки? Она все это время лежала здесь, в холодной пустоши.
Но выжила. Раз это не чудо. Семя совсем крошечное, но как она цепляется за жизнь? О, подожди. Не все потеряно. Я думал, что спас все семена, но похоже, все-таки оставил одну на морозе. Она выжила, несмотря ни на что. Тогда приступим. Давай посмотрим, что это за семя. На туда и своими мог ножками залезть. Не надо переживать, что не жаче наступить на цветок пружину. Это хищное растение, но есть оно очень редко. Я и сам всего раз такой видел. Я нашел приют в родниковых полях, когда мой прежний сад заледенел. Но тот сад был совсем маленьким. Им любоваться только я и больше никто. Теперь в полях появился сад для всех и каждого. А я наконец-то чувствую себя дома. Спасибо тебе, дух. Так, anyway, я сюда мог и так попасть. Ну, типа, что стало просто удобнее перемещаться. Стой, кто идет? Никто не скроется от Великого Дозорного, то есть от меня. Я тут стою на следующий, если появится крик. Есть моки. Проходи, дух. Подожди, а кому нужна подзорная труба? Моки, 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 моки. А, стой, этому ж еще вода нужна. Точно. А что я сделаю с помощью подзорной трубы? И вообще, кто у нас был связан с подзорной трубой? Ну, по-любому кто-то из этих, которые здесь. Давайте быстренько пошастаем по Моке. Так, привет. Тот воршливый птиц сказал, что все моки благодарят тебе за помощь. Видно, лопоухство не мешает тебе заводить друзей. Лопоуховство. Здравствуй, ты должно быть тот самый дух. Здесь Версуп. Рад тебя увидеть. Будь начеку. Опа, стой, я там был разве Моки всегда? А могу к тебе домой зайти? Жаль. Привет, дух. Помнишь меня? Я Моки Рыбак. Я частенько рыбачил в светлых озерах в своей новой сети. Нет ничего лучше, чем вернуться домой вечером, чтобы поесть и поспать. Я нашел приют у родников в полях, когда мой прежний сад заледенел. Но тот сад был совсем... Так, это все. Это было... Говорят, что колесо недалеко от... Так, это Моки был. Так, это я изучил сейчас вот эту часть, да, от себя. Так, Моки, который снизу. Вода чистая, вокруг полно интересных пещер. Не имею прыгать, я же не высоко. Так, хорошо.
Привет, спасибо тебе за светильник, дух, я столько светлячков наловил. Теперь, когда мне нужен шелк, я хожу в заросшие недра. А пауки мне помогают. Как же нынче здорово быть моки. А ты пауков боишься? Так, это было. Так, еще есть моки внизу, моки... Да. Это я, Моки Храбрец. Ты видел мои помни... Так, да. С тобой мы уже говорили. Так, это пещерный, да, Моки? Кто-нибудь, я перестану бояться темноты когда-нибудь. Тебе нравится так? Так, тебе, наверное, интересно, почему я нахлобучил шляпу, но все равно сижу в пещере. Я просто пытаюсь набраться смелости. Окей, храбрец. О, подожди, там есть паук. Это место для нас более похоже на дом, чем что-либо в этих полях. Короче, я тебя понял. Ничего себе, это подзорная труба. Мне как раз такая пригодится. С ним мне придется следовать за тобой по пятам. Ну, то есть, я и так не следую совсем. Вот, держи флягу. Я наполнил ее вкусной, прикусной водой. Двойная выгода. И вода, и фляга. Ништяк. Блин, Монати, мы сейчас с вами что-то все эти предметы понаходим. Да, вот только вот не знаю, как слухи работают, потому что так по слухам, по идее, мы с вами спустились, но объекту не определяется. Вот, тебе бы поглядеть на творение горляков. Высочайшие шпили, изящные своды. Все это давно-давно отбросано и развалилось, а великие горляки-строители ушли трудиться в шахты. Эх. Однако, если и слухи не врут, кое-что из этих трудов все еще сохранилось. Так, куда мне идти? Мне вниз. Вниз, короче, и потом наверх. Так, если я не ошибаюсь, да, теперь мне наверх. Ох, путник, это что, фляга? Полная водой? Не поделишься ли с несчастным горляком-строительным? Вот, спасибо. Было бы очень обидно, если бы вместо искажения меня поглубила жажда. Вот, держи каменную плиту, я нашел ее у развалин, вроде полезная штука. Фрагмент каменной карты. Вы нашли новый предмет для задания. На карте начертаны витиеватые линии и загадочные символы. Подожди. А мне вот интересно, эти все птицы одинаковые или нет? Говорят, когда-то он так под развалин еле бьется, но все же не гаснет.
Ой, приятель, я тебя понял, подожди. Мне дали кусочек карты какой-то. Кусочек карты мы также находили вот здесь, вот. Здесь вот мы находили. Мозаиковая плита. А где она? Вот здесь была у нас мозаиковая еще плита. Скорее всего, если я ее активирую, мне откроется вся карта. Раз. Ага. Так, нормальный звук. Звук нормальный. Телепортейшн. Так, если я не ошибаюсь. Стоп, это лягушечка. Это место с лягушечкой, подожди. Где у нас было место с картой? Вот это? Ей-богу, я уже не вспомню. Нет, подожди, это лощина с этими, с херовинками. По факту здесь он был, наверху. Чел, который читал книги. Ну этот. Утёнок. Утка. Птица. По идее, это у нас последний предмет, да? Наверное, надеюсь. Сейчас посмотрим. Да, это последний предмет. Каменная карта. Так, ну пока что получается. Чувствуется мне, что карту вот эту нужно будет применить в пустыне той. Потому что иначе нам некуда. Ладно, я как раз заберу этот очки опыта. Давайте думать. Все моки мы исследовали. Где мы получили первую способность? Это были у нас чернильные топи, так? Локация, по идее, где-то вот здесь вот была это. Или же здесь. Но помню, что точно были чернильные топи. Ладно, телепортируемся сюда и отправляемся потом вправо. Мы это изучаем и отправляемся сразу в горы. По горам я быстро, с помощью кувырочков, отправлюсь наверх. На высоченную гору. Ну, ребят, мы по факту с вами сейчас просто помогаем всем выжившим. А, так это мельничка. Ой, короче, я потерялся, ребят. Все, короче, отправляемся в горы, я не знаю, куда мне идти. Бля, откуда мне это начинать надо? Да ладно. Я шо, поблизости вообще сейвов не видел?
Гы-гы. Что сказать? Гы-гы. Гы-гы-гы-гы. Гы-гы-гы-гы. Ну, считайте, это почти бесполезная серия. Это, ну, как? Мы просто походили туда, кому нужно было. А вот с картой я хер знает, что делать. Ей, белый свет убил мой пикап. Так, полетели. Экономим время максимально. Ты ведь знаешь великого Бауру? Он могущественный хранитель, только спит все время. Так, все, да, мы с этим тоже разговаривали. Как же нужно быстро это все делать. Игра не успевает за мной, за моими действиями. Вот, видите, результат прогрузки мира. Так, там мы были, да? Мне нужно сейчас чисто прямо сюда. Ну, камера. Видите, о чем я говорю? Игра не успевает за мной. Все, пролагало. Пожалуйста, не лагай. У меня ведь жопа от этого сгорит. Почему я должен страдать? Не хочу страдать, пожалуйста. Просто лети нормально, ровно, не беси компьютер, я ж тебя въебу. Круто, да? Круто, тень. Ребят, я не могу пройти это. Вы сами видите это. Да, таким путем тяжко залазить.
Хотя здесь дохера почему-то этой. А-а-а, я тупой. Ну я и тупой. Я-то думаю, почему здесь так много маны дается? Вон оно почему дается. Ну что, ребят, тогда я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.